Пушкинский районный суд отправил в кресты расчленителей из Шушар. Мужчину задержали накануне, когда он выносил из дома пакеты с частями тела его матери. В суде следователь сообщил, что, по данным судмедэкспертов, женщина получила удар по голове и была еще жива, когда душегуб взялся за пилу. Сам обвиняемый на заседании не проронил ни слова. В ближайшее время его ждет психиатрическая экспертиза.